памятники истории Алтайского края могут получить поддержку из федерального бюджета. Минкульт России начал прием заявок от регионов. Подать их могут не только государственные органы, но и законные владельцы таких объектов. Как рассказали политсибру в Алтай-Охранкультуре, финансирование можно получить на научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, а также на консервацию, ремонт и реставрацию памятников. Заявки принимают до 30 ноября. Праздник «Алтайская зимовка» переедет в горы, сообщают корреспонденты «Комсомольской правды» на Алтае. Первый зимний фестиваль решил опробовать площадку на Бирюзовой Катуни. Он пройдет с 29 ноября по 2 декабря уже в пятый раз. На Бирюзовой Катуни в этот раз организуют большой каток. Здесь пройдет мастер-класс по лепке снежных фигур, соревнования пара и мотопара-планеристов. Состоится забег Дедов Морозов. Любители селфи смогут сфотографироваться с хаски и маламутами. По заверению организаторов праздника на туркомплексе будет достаточно теплых мест и кафе, чтобы люди могли согреться. Сливочное масло и пломбир алтайских производителей отметили знаком качества. Во время рабочего визита в Алтайский край руководитель Роскачества Максим Протасов вручил 3 государственные награды, сообщает официальный сайт правительства региона. По результатам лабораторных испытаний масло одного из молочных комбинатов Барнаула и 2 ванильных пломбира компании «Уже другой» признали товарами повышенного качества. Они соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Результаты показали, что продукты, сделанные из свежих сливок, не содержат искусственных консервантов, красителей и растительных жиров, и, главное, вкусны. Производители получили право маркировать свою продукцию знаком качества и участвовать в государственной программе продвижения высококачественных российских товаров. 25 пятимесячных белок привезли в Санкт-Петербург из Барнаула, сообщает АИФ «Алтай». Бельчат перевозили самолетом. В терминале Пулково инспекторы провели ветеринарный осмотр груза. Все документы составлены корректно, состояние здоровья животных в норме. Согласно заключению экспертов, нарушений никаких не выявлено. Груз доставили жителю Санкт-Петербурга, который разводит белок и выводит новые породы.